Это настоящая революция в строительстве жилья. Капитал продолжает покорять строительные вершины. Все от забивки свай до отделки квартир – это современные технологии. Большое внимание капитал уделяет благоустройству территории у дома. Современные детские площадки с прорезиненным покрытием интересны детям любого возраста. В семейном квартале Петра и Февронии на Солоченском шоссе от капитал-строитель жилья три дома. Квартиры, в которых это смарт 2.0, ниши под шкафы и гардеробные, в квартирах планировки с окном в рабочей зоне кухни и, конечно, просторные гостиные. Участок состоит из трех очередей. Первая очередь у нас сейчас идет, подготовимся к сдаче. Вторая очередь у нас строительство. И начали третью очередь строительства. Мы используем в работе самые передовые технологии, самые современные, которые есть на данный момент. Канализация у нас малошумная. Трубы и фидинги у нас выдерживают температуру до 95 градусов включительно. По квартирному отоплению мы используем сшитый полиэтилен. Это на данный момент самая современная технология. Ровные стены, стяжка пола, современные коммуникации – это особенности квартир от капитала. Также в комнатах есть приточно-вентиляционные клапаны, которые позволяют проветривать помещение, не открывая окна. Клапан лаконично вписывается в дизайн комнаты, а воздух, который поступает снаружи, всегда теплый в холодное время года из-за размещения над батареей. Вот так он открывается и закрывается. В квартиру поступает свежий воздух. Узнать о технологиях строительства компании «Капитал строитель жилья» можно в технаруме на строительной площадке. Здесь можно увидеть образцы окон, труб, проводки, фасада и радиаторов отопления и другие важные элементы. Посетила технарум и Елена Павлова. Она сотрудник агентства недвижимости и обычно приводит сюда клиентов. На этот раз Елена привела сюда мужа Сергея. Смотрю уже второй раз квартиру, которую забронировала. Мужу показываю. Изначально показывала тоже наши сотрудницы в этом доме квартира. При показе я поняла, что тоже хочу именно эту квартиру. Вот, по стояку мы купили. У меня 16 этаж получился, евротрешка, а у сотрудницы 19. Вот, мы даже будем рядышком жить. Елена, работая в строительной индустрии, знает все тренды и новинки на рынке недвижимости. Для себя выбрала квартиру от строительной компании «Капитал строитель жилья». Люблю просто планировки у капитала, да, мне нравится качество домов, то есть я с удовольствием постоянно ввожу сюда клиентов, ну не только сюда, на Зубковой тоже смарт-планировки, то есть вот, как бы, ну, нравится. Нравятся кухни-гостиные большие, там 22-27 квадратных метров, очень хорошие планировки тем, что нет лишних квадратных метров, просто углов каких-то непонятных, то есть все по уму. Кроме того, для всех клиентов, которые приходят на экскурсии в шоурумы, «Капитал» подготовил купон на скидку на покупку новой квартиры. «Капитал» – строитель жилья, строит дома, в которых меняется образ жизни и может предложить квартиру на любой вкус. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».